Та, а мені не дуже зручно, ну, зрозуміло, з мітраїзмом цим. Я в Веді імен читав, що це від Маура, Матура, ну, потім Мітра. Ну, є ряд в цих скажаючихся форм. Ну, то приблизно такий шлях. А тут вже він Сонце Бог. Ну, тобто то теж йому приписували все, що тільки можна, так? Так. Тобто, смотри, здесь везде, во всех этих случаях срабатывает, что при деградации ведической традиции выбирается самое популярное для той местности имя Всевышнего, и ему может приписываться все те функции, которые как бы являются функциями Всевышнего, потому что, ну, он же Всевышний все-таки. Ну, воно-то так. А в каких-то случаях, наоборот, и искусственно его функции могут урезаться, когда возникает какая-то религия, где говорят, что главным богом является Зевс, например, а Гелиос, бог солнца, у него так на побегушках бегает. А Гелиос, по сути, это проем Всевышнего. Ну да. Который бегает на побегушках у Зевса по греческой мифологии. Типа.